Я хочу сказать большое спасибо организаторам, что собрали такое мероприятие. Большое спасибо участницам, что пришли поддерживать спорт в нашей стране. Вот. Хочу большое сказать спасибо моим тренерам, которые помогали мне готовиться. Это Евгений, это Виталик Сосковец. Большое вам спасибо. Вот. Для меня бег — это в каком-то плане медитация, уход от своих проблем, вот, поэтому увидела это, решила испытать себя, тем более, ну, интересно было поставить свой какой-то личный рекорд, проверить себя. Круто, что ребята пришли, поддержали, слышала каждого. Большое им хочу сейчас сказать всем спасибо, моему тренеру по плаванию, ребятам со мной в клубе, которые занимаются, которые ребята позже побегут. Вот, большое спасибо за поддержку. Реально чувствовала, слышала каждого, и это придавало силы.